Всем привет, дорогие зрители. Вышла новая игра по Берсерку, и я не мог пропустить эту игру, не мог не начать выкладывать по ней ролики. Я уже на канале выкладывал прохождение Demon's Souls в стиле Берсерк и рассказывал, что это такое, что это значит, но думаю, что если кто-то из вас не знаком с таким понятием, как Берсерк, что такое Берсерк, почему все говорят, что Dark Souls позаимствовали очень много из некой манги, аниме, игры Берсерк, и вообще создатели Dark Souls являются большими поклонниками автора Берсерка, то есть Кентаро Миюры, вам стоит глянуть, хотя бы иметь представление, что же это такое. А что же это такое, собственно, вот с этой игрой? Это новая игра, вышла она в Японии где-то с полгода назад, сейчас наконец-таки локализация добралась, ну, до англоязычных стран, не знаю, как в России, но в Америке, в Европе уже есть перевод на английский. Сколько я вижу, русский здесь не сделали, не знаю, может быть просто в UK на аккаунте недоступен русский перевод, сложно сказать. Да, и, в общем-то, эта игра является собой, наверное, самое новое, самое свежее отображение всех последних аниме и глав манги. Ну, давайте начнем, и по ходу дела буду рассказывать. Мы посмотрели только что вступительный ролик, из которого мало что понятно, но давайте начнем играть в режим истории. Пролог, Гас, молодой наемник, который, таскает с собой свой огромный меч, шел по полю. И внезапно он обнаружил себя стоящим посреди незнакомого места. И выглядело так, словно весь мир утопает в крови, и вокруг него нечеловеческие создания появлялись. Он с трудом мог даже разобрать самого себя, господи, понять самого себя, увидеть, осознать. И он даже не понял, как он был втянут в битву за свою жизнь с этими созданиями. Странное начало, тут особо не стоит заморачивать, ну, ломать голову над тем, что происходит, все потом станет понятно. Просто вот... О, здесь еще английская, японская оригинальная озвучка и английские субтитры. Ну что ж, здорово. Вот, кстати, можно насладиться классическим видом Берсерка. И то, почему так все кричат, что вот это вот меч Берсерка и что это такое. Вот это вот классический Dragon Slayer, который есть практически во всех частях Dark Souls, и... В Demon's Souls там был Dragon Bone Smasher, он выглядел немножко по-другому, но принцип у него был абсолютно тот же. Мы сейчас находимся в каком-то аду. Ну да, по-другому и не скажешь. Ну, в общем, видим, что нашего героя это не очень все смущает, то, что происходит. Жанр игры это мусоу, если кто не знает, что такое мусоу жанр, это уникальный японский такой сеттинг, который стал популярен благодаря серии Dynasty Warriors, очень популярная в Японии, да и не только уже, на Западе уже давно популярная серия. Как ее можно охарактеризовать? Это экшен с элементами стратегии и, наверное, самый такой яркий элемент всего этого безумия является то, что ты бегаешь один против огромных толп
каких-то солдат, и ты их рубишь одним ударом всех сразу, а потом появляется какой-нибудь крутой генерал, и ты с ним бьешься минут 30. Как-то так построен процесс, игровой процесс в классическом мусо, и думаю, здесь это не будет исключением. Единственное, что игра мне сразу предложила играть на изи, потому что вот так вот они рекомендуют. Не знаю. Ну, давайте попробуем, если будет совсем как-то неинтересно. Переключим. Но тут да. Тут завышать сложность, торопиться не стоит. Шиза. Какая-то шиза. Но потом мы узнаем, что это. Так, что это у нас тут? Атакуя врагов, мы накапливаем какой-то параметр ярости. И когда он накопился, мы можем активировать френзи режим. Ну, чем больше мы комбосов делаем, тем быстрее он накапливается. Выглядит, наверное, это немножко дико для тех, кто думал, что Берсерк — это чистой воды Dark Souls. Ну, вообще, Берсерк, он, если так смотреть по манге, он, наверное, ближе к Dark Souls'у все-таки. Там нет такого, что Гатс выходит. Гатс — это главный герой, напоминаю. И одним ударом там убивает там 100 врагов, как здесь, допустим, да? Но здесь это уже подчинено жанру все. Ну что ж, мы накопили, теперь мы можем активировать, да? Ну, давайте заактивируем. И что теперь? А, теперь мы машем мечом с удвоенной силой, да? Так, лочится R3. Тут все понятненько. Стандартненько. А вот появился как бы более крутой противник. Типа офицер. Который уже не умирает с одного удара. Ему уже нужно побольше. Ну и в зависимости от того, чем дальше мы будем забираться, тем более суровые будут противники. Боссы здесь, говорят, должны быть достаточно интересные. Я не знаю, насколько, но разработчики обещали, что бои будут нестандартными и будут требовать какого-то внимания и подхода индивидуального к каждому противнику. Это интересно. Я не очень много играл в жанр мусоу. Прошел на платину, по-моему, Кулак Северной Звезды. Такой достаточно посредственный вариант этого жанра. Тоже во вселенной очень популярный в Японии манги Хакута на Кен. На Западе известный как Кулак Северной Звезды. В 90-е был такой фильм, по которому, возможно, могли что-то слышать, знать. Но не суть важно. Dynasty Warriors пытался играть в 3 или 4 разные версии. А, тентакли. Так, тентакли. Монстры. Все как обычно, да? Ну, давайте активируем снова наш супер режим. Ну, короче, врагов, которых мы побеждаем в этом френзи режиме, они теряют какие-то души. Свои души, не знаю, чьи-то души. Если мы собираем эти души, накапливаем какой-то новый метр, новую шкалу. Какой-то второй ярости. Господи, не знаю, это очень странно звучит. Короче, несколько каких-то вот этих вот шкал, накапливая которые, у нас включаются разные режимы озверевания, так сказать. Ну, давайте попробуем, вот, видите. Мы даже какую-то трофейку получили. Интересно. Хорошо.
Ну-ка еще разок так сделаем, можно? Прикольно. Мне нравится. Так. Достаточно странные противники в этом месте. Насколько я помню по манге, здесь были вполне себе нормальные монстры. Такие шизанутые на всю голову, как боссы Dark Souls. А здесь какие-то тролли в доспехах. Ну ладно. Такая, видимо, интерпретация у разработчиков. Так, надо бы вот этого чувака, который особо крутой, отдельно с ним поговорить. О, видите, мы победили, так сказать, офицера, генерала, кто он у них был, полководец, и... И они все разбежались. В двух словах, вот эта вот мадмуазель, это возлюбленная нашего главного героя, а этот Гриффис, бывший лучший друг, а теперь не очень друг. Но, в общем-то, рассказывать об этом пока смысла нету, потому что сейчас мы вернемся в прошлое и посмотрим, с чего же все началось. История Берсерка, она огромна. Я прочитал, по-моему, 30 томов, и это, наверное, даже половина только. Ну, по крайней мере, половина от того, что было запланировано. Как бы выходит он очень плохо, очень медленно в последнее время, там буквально глава в месяц, а то и несколько месяцев. Но, наверное, уже томов 45 вышло. Честно говоря, не смотрел, надо посмотреть. ミッドランド王国とチューダー帝国は100年にも及ぶ長き戦いを繰り広げていた。戦争を彼らのものとなっていた。 Ну, в общем, мы вернулись в прошлое, в то время, когда два королевства было вовлечено в столетнюю войну. И мы играем за Гатса, который просто наемник. Ни больше, ни меньше. Так, что ж, у нас первая более-менее вменяемая миссия. Как видите, у нас здесь есть карта. На карте есть наши войска. Какие-то главные опорные пункты, которые надо захватывать для того, чтобы армии могли продвигаться вперед. Так, армии... Гатс и какие-то офицеры, да? Ноунейм офицеры, хорошо. И вражеские тоже какие-то непонятные боты. И какой-то Midland Army офицер, да. Ну хорошо, это стартовая миссия. Здесь пока нет каких-то осознанных врагов с какими-то именами, с историей. Так, плеер инфо. Гатс. Видите, он еще такой молодой, зеленый совсем. Без седой пряди и... Ну, молодо выглядящий, да. Первый уровень у нас тут РПГ. В той или иной мере. Я не знаю, насколько это будет оправдано здесь. Ну, в принципе, Мусо жанр всегда был ролевой. Ну, так. Прокачка была. Это нельзя назвать полноценный РПГ. Это просто элементы РПГ. То есть прокачка, уровни. Какие-то скиллы. Что ж, защита на L1. Он же бег. Так, quick step это на X. Death blow на кружочек. Ну, в общем, пока все, что нам доступно. Окей. Бихелит инфо. Что это значит? Это какие-то, видимо, условия. Какие-то дополнительные... задания, которые мы, если выполним, то получим. Я так понимаю, что получим тот самый Бехелит. Бехелит это, так сказать, такой артефакт, магический артефакт. По связью
Точнее, не по связи, для связи с потусторонним миром. Ну, потом, наверное, по игре должны объяснить больше, что это такое. Пока непонятно, насколько мне нужно рассказывать, насколько это будет объяснено лучше меня. Так, Victory Condition. Захватить вражеский замок. Ну и, в общем-то, нормально. Давайте начнем уже. Не жду многого от первой битвы. Золотой век. Короче, Гатс родился из трупа своей матери. Гамбина, лидер наемников, подобрал его и научил, как владеть мечом. И несмотря на то, что как бы Гамбина не слишком любил Гатса, Гатс все еще пытался добиться его расположения. Но Гамбина предал Гатса. И в итоге Гатс убил своего приемного отца. И с тех пор скрывался от наемников, ввязываясь в подработку, в различные военные конфликты. Такая вот краткая история. Нам предлагают ознакомиться с персонажем по такому краткому описанию. Ну, окей. В принципе, здесь все верно сказано. Есть что добавить, то пока не буду, не уверен, что следует. Там действительно детство у Гатса было такое жесткое. Ну что ж, мы управляем Гатсом. У Гатса огромный-огромный меч. Это особенность того... Особенность этого героя, что он ходит с двуручным мечом, который просто ненормально велик. Он просто гигантский. И нам говорят, что если мы будем продвигаться по сюжету, нам будут предлагаться всякие дополнительные оружия. Так, что нам надо сделать? Есть лагеря здесь, да, так называемые базы на поле боя. И для того, чтобы ее захватить, нужно победить главного командира этой базы. А в подарок мы получим сундук. А в сундуке ништяки. Так, ну давайте попробуем найти какую-нибудь базу для начала. Я пока вроде бегаю рядом, но... А, вот, например, я вижу лейтенанта. Бейс лейтенант. Отлично. Так, и у нас левел ап. Ну, я так понимаю, что левел апиться мы... А, нет, смотрите, что-то с уровнем дается нам сразу. Например, новые движения. Это хорошо. Так, мы победили какую-то первую базу, да, или... Выглядит это все немножечко достаточно странным, наверное, для человека... Незнакомого с жанром, кажется, что это какой-то просто лютый трешак и битземап. Причем без какой-либо сложности. Ну, наверное, какое-то такое впечатление должно создаться, но, как я говорил ранее, здесь вот эти вот рядовые воины, они нужны для массовки. Массовки и прокачки, может быть, даже. На самом деле, если уровень сложности поставить повыше, они будут доставлять больше неудобств, но самое главное здесь это, конечно же, не они. Самое главное это вот командиры. Битвы с командирами обычно самое непростое, самое веселое, что есть в этой игре. И под командирами я имею в виду не вот этих вот обычных лейтенантов. Они тоже достаточно простые. Вот потом пойдут генералы, сюжетные персонажи. Вот с ними должно быть весело. Но жанр специфический, согласен.
На любителя. Сугубо. Так, ладно. Тут не надо пытаться убить всех, они, по-моему, бесконечные. В этом нет какого-то большого резона их тут всех валить. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Мистер лейтенант. Времечко помирать. Так, да? И сундучки. И мы нашли бихелит. И вот как раз таки сказано, да, что бихелиты даются за выполнение специальных заданий. Ну и как бы сбор всех бихелитов раскроет нам какой-то бонус, наверное, или просто картинку, как пазл раскроет. Ну, в любом случае, это к этому можно относиться как к такому коллектабл. Чтобы был какой-то дополнительный смысл, дополнительная цель. Оу, что у нас тут? А, ну вот, видите, мы победили осадные башни, захватили. И почему-то ворота открылись. Не очень понятно, но ладно. Мы их даже использовать еще не начали, они уже ворота открыли. Причем это были их осадные башни, зачем они здесь стоят, тоже не очень понятно, но... Так надо. Видимо, так надо. Ага. Так мы можем бежать вперед. Хорошо. Кстати, что у нас там по бихелит инфо? Смотрите, следующее задание — это уничтожить все катапульты до тех пор, перед тем, как Battering Ram их достроит. Ой, чтоб я еще понял, что это за Battering Ram. Так понимаешь, это какой-то таран. Ну, попробуем понять, что от нас хотят. Так, по-моему, одного офицера мы победили. Так, а это офицер лучник, да? Кстати, вот недавно вышла игра от Ubisoft For Honor, и у нее один из режимов, там где с армией бегаешь, вот он отчасти напоминает чем-то этот жанр. То есть тоже суть в том, что нужно помогать армии продвигаться путем захвата каких-то точек. В общем-то, единственное, что имеет значение для игрока, это вот эти вот офицеры, которые стоят на вашем пути. Потому что сами армии, они так. Они могут вас задержать, они могут вас ранить. Ну, вряд ли они вас убьют. Если вы, конечно, не заснули. Так. Куда нам идти-то? Где еще один офицер, а? Лепота. Так, ну-ка, видите, смотрите, он... Драться умеет. Блоки ставят. Ты тугой чувак, да, я понял. Хорошо. Мы победили этого офицера. Где нам сейчас должны дать какую-то новую
задачу. О, катапульты. Вот это как раз-таки, по-моему, то, о чем говорилось во втором... Ух ты, смотрите, как мы можем прыгать, прямо со стены. 30 метров на ней, почем, железобетонные ноги. Так, ну-ка. Так, катапульты, катапульты. О, тут много офицеров. Кстати, а можно ли сейчас... Во, смотрите. Так, минус одна катапульта. А, здесь всего одна катапульта была. Так, что-то мы... Не туда ударили. Ну вот. Таран выжил, сейчас он разнесет ворота. Попрут еще, ребятки. Так, давайте почитаем, что нам Бихелит Инфо предлагает дальше. Так, победить командира гарнизона за определенное время. Да я бы с радостью. А где этот командир? Так. Еще один туториал. Нам рассказывают о морали, да? Ну, короче, тут мораль как бы является показателем ситуации на поле боя. То есть, если мораль сильна на нашей стороне, больше подкреплений войск идет к нам. Если мораль низка, то наши войска убегают, и, в общем-то, битва проиграна. Для того, чтобы повышать мораль, ну да, убиваем вражеских командиров, захватываем важные какие-то... точки. Так. Что случилось? А, вот эти вот анимешные вставки, это не что-то специальное, писанное для, рисованное для игры, это из оригинальных мувиков, которые были сделаны последние там 5 лет, по-моему. Очень рекомендую, если вам это понравилось, если вам интересно, что такое Берсерк, но лень читать много манг, комиксов, то бишь по-нашему, можно просто смотреть вот эти мувики, их 3 штуки, и вы будете иметь представление о том, что такое вся эта штука. Конечно, если хотите действительно быть в курсе всего и понимать все эти аналогии, которые постоянно проводятся в каждой новом Dark Souls, то лучше читать мангу. Но если просто хочется такое краткое ознакомление, то 3 мувика этого более чем достаточно. Так, я что-то не понял. Где офицер? Куда дели офицера? Или он помер уже? Так, ну ладно, допустим, помер. Так, а ты... Ага. Таким образом рашишь, да? Забавненько. Ну, по идее, нам надо идти валить этого Базусу. Кстати, а почему с того мне никакой сундук не выпал? Или выпал?
Ха-ха! Видите, на захваченных точках теперь наши тусуются. А, вот сундук. И ничего не делают. Потрясающе. Так. Ну, в общем-то, у нас осталась главная цель — добраться до Базусы, победить Базусу, этот убийца 30 человек. Это звучит круто в оригинале, но в данной игре это звучит очень странно, потому что мы только что видели, как Гатс единолично убил 600 человек, поэтому сказать, что там кто-то убил 30, и это должно звучать страшно, но в этой игре это звучит не очень страшно. Но вообще это как бы круто должно быть. Так, где сундук? Не дает какие-то виталити плюс 2000. Что мне это дает нормально? Объяснили бы. Это просто восполнение или это какой-то бонус прокачки. Как-то не очень я вот этот момент понял. Так, где... Все, кончился, да? Супер. Как-то он недалеко. Может, потому что он не прокачан еще? Ну, так вот. Голдишку собираем, она нам пригодится. По поводу формата записи игры. Я собираюсь записывать ролики. Ну, в смысле, не ролики. Я собираюсь записывать вот эти вот главы. Сюжетные. Ну, а что не касается сюжета, не знаю. Тут пока не решил. Возможно, что-то буду переигрывать, показывать в другом сеттинге. Потому что игра... Не только про Гатс. Здесь много главных героев. Как в любом уважающемся жанр мусоу, вы не играете за одного, вы играете за много персонажей. И, по сути, вы просто переигрываете разные миссии за одни и те же миссии за разных персонажей. И... Ну, в первую очередь, конечно, моя цель, наверное, пробежаться по истории Берсерка, по истории Гатса. Чтобы было понятно, что это такое, показать кому-то не знаком. Может быть, что-то рассказать, почему я так люблю все это. Почему вот я делал это прохождение Demon's Souls в стиле Берса, и что это значит в стиле Берса. Да. Кстати, как подняться туда, наверх? Тут есть варианты какие-нибудь? Все. Наша армия все захватила и никуда не движется. Потрясающе. Я как-то ожидал от них больше энтузиазма, что ли. И у меня была вообще идея проходить не только Demon's Souls в стиле Берса, пройти, допустим, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, там же все это можно делать. Там же даже есть специальные вот эти вот мечи, как у Берсерка. Там броня есть такая же, как у Берсерка. То есть можно своего персонажа одеть и вооружить, как настоящего Берсерка. В принципе, если вы забьете на Ютубе поиск там по какому-нибудь Dark Souls и Берсерку, найдете кучу роликов, где многие... Косплеет, так сказать, этого Гатса. И получается, по-моему, у многих очень круто. Ну, благо это не так сложно, потому что... Это если в Demon's Souls, там действительно нужно было подумать, как подобрать костюм, какую броню использовать, какой меч лучше. Хотя там, в общем-то, вариантов особо нету, но в любом случае этот... Ну, меч отдаленно напоминает все-таки. Оригинальный берсерский меч. А вот именно в серии Dark Souls там все очень в этом плане здорово, легко. Разработчики добавили туда все это. Поэтому
проходить Dark Souls в стиле Берсерка гораздо проще. Так, что там у нас? Ага. Что, надо сотню врагов победить, да? Ну, в общем-то, задача не сложная, по-моему. Ну вот видите, они такие немножечко пассивные. За ними бегать приходится. Надо все-таки будет, наверное, уровень сложности повыше поставить. Хотя, как я уже говорил, конкретно вот эти вот враги от уровня сложности не сильно меняются. Там вот битвы с боссами меняются. Если на изи, на нормале. На изи там с ними там пару минут разбирайтесь, на нормале уже минут 5. А потом начинается ад. Так. Где главный? Покажите главного. Давайте сразу ему втачим. Ну вот, по-моему, еще одну задачу мы сделали. この甲子抜けどもが新玉が縮み上がっておるわ何をしておる奴を打ち取って縄上か。イグラだ、俺は傭兵だぜ。あんたらと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう、見事奴を打ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。 Да, фирменная надменность Гатса. Ну что ж, ладно. Так, а где у нас... Ага, я вижу Базуса. Так, нам предлагают что делать? Какие-то комбы с использованием быстрых передвижений. Блин, как-то вот с управлением надо нас осваиваться, потому что... Ага, ясно, если зажимаешь, он бежит, окей, я понял. Так. Так. Что-то он, по-моему, разозлился. А, у наших офицеров ломает, да? Так, а мы когда-нибудь уже звереем достаточно. И сейчас в него суператакой. Вот это я понимаю. Ну, Базуса побежден.
Победа! Какие-то очки. Короче, у нас есть 4 характеристики, которые растут вместе с нашим уровнем. Vitality. Ну, грубо говоря, жизни, то есть как долго мы выстоим на поле боя. Атака непосредственно влияет на силу дамага, который мы наносим. Защита. То есть, сколько мы блокируем дамага по нам. И техника. В общем-то, напрямую... Напрямую влияет на продолжительность различных режимов. Тут их будет несколько, я так понимаю, и вот они будут длиться дольше, если эта техника у нас повыше. Ну, не густо, не густо. Но я говорил, что, в общем-то, Мусоу всегда являлся таким условным РПГ. Ну и да, и мы также здесь, как видите, можем находить... всякий лут, который я даже не знаю, это что, это кушать надо или как, или куда это класть, чтобы это увеличило все. Что-то помечено, как продать. Странно. Кольца, браслеты, какие-то погремушки. Надо будет разбираться, чего с этим делать. Пока непонятно. Ага, и дупликационные вещи автоматом продаются. Ну да, пускай. Ну, видите, когда мы выполняем эти задания, бихелитные задания, у нас на общей картинке пазла приоткрываются кусочки. И, судя по всему, мы только 3 из 4 потянули. Хм, интересно. Ну ладно.給料2ヶ月分と今回の報奨金だ。なあ、考え直す気はないのか？給料は3倍。支部に取り立ててもいいと言ってるんだぞ。あちらさんは俺たち傭兵にしてみるや。 夢みてえな話じゃねえか。 夢？食えんのかそいつは。 待て！ 地位も金も保証すると言ってるんだぞ！ 何の不満があるんだ！ 嫌いなんだよ、窮屈なのは。 Вот так вот, утер нос. Свободолюбивый гац. И у нас открылся режим Free Mode, который не знаю, что это значит. И Endless Eclipse, еще один режим, который тоже я не знаю, что значит. Ну, потом обязательно посмотрим, что это такое. Или я сам посмотрю и вам расскажу. Или просто застримлю тут, уж как получится. Так, это у нас что? Это у нас менюшечка. То есть вот тут мы прошли, да? Mission cleared 5. Интересно, что это значит. Ну да, один бихелит только не нашли. Надо потом будет понять, какого и не, именно команду еще надо было убить, за какой определенный тайм-лимит. Что-то я, как всегда, прощелкал, походу. Ну да, ладно. И можно будет попробовать потом на повышенных уровнях сложности все это. Наверное, это уже в стримы пойдет, потому что там действительно повышенный уровень сложности серьезно увеличивает время боевки, которая здесь. Ну, она такая достаточно интересная, когда играешь. Не знаю, сколько это интересно смотреть. Ну, давайте, как я уже говорил, по истории пойдем на изи, а там уже будем смотреть по обстоятельствам. Так, Free Mode.
Ага, вот фреймоут, это значит, мы можем переигрывать сценарио за любого другого персонажа. Да, вот, например, Golden Age. Мы можем играть за кого? За Гриффиса, например. Мы еще не знаем, кто это. Ну, точнее, мы чуть-чуть о нем знаем. Мы слышали о нем в самом первом прологе. Ну, вот, скоро узнаем о нем побольше. Такой персонаж есть важный, Гриффис. Гатс, кстати, видите, у них уровни одни на всех. То есть мы качаем его где-либо, и он перекидывается дальше. Ширка, девочка маг, мы ее... О ней узнаем позже. И все, пока больше никого нет. Но я думаю, что это просто они... Другие персонажи не открыты. Насколько я знаю, в этой игре очень много игровых персонажей. В том числе есть антагонисты. То бишь злодеи. За них тоже можно будет играть. Это забавно. Ну ладно. Ага. Endless Eclipse. Я так понимаю, что это режим, в котором нету выхода иного, кроме смерти. То есть, по сути, чем дольше продержишься, тем твоя пися длиннее. В общем, как-то так, наверное. Ну, смотрите, модельки персонажей. Но вот это вот ранний берсерк. Это то, что вот я пытался создать где-то в первых 10, наверное, сериях Demon's Souls. Кстати, прохождение Demon's Souls, если интересно, ищите на канале, вот в стиле Берсерка. Ссылочка на плейлист будет в описании. Можно будет попасть, посмотреть мою попытку воссоздать Берса в мире Souls. Базуса. Просто большой толстый рыцарь с крутым топором. А тут у нас, да... Много-много терминов и персонажей. Ладно. Рановато все пока лезть. Здесь у нас заставочки, да, которые можно пересмотреть. Очень хорошо. Музыка тоже какая-то открывается. Не знаю, эту музыку меня потом не поимеют ли на Ютубе. Вообще за вот эти вот анимешные вставки, я боюсь, меня тоже могут поиметь. Ох, ну посмотрим. Так, саб-вепоны у нас тут разные есть, которые нам пока не открыты. Что с этим делать, тоже пока непонятненько. Ладно. Боевые лошади, пока всего этого нету. Что ж, я думаю, что для первой серии достаточно. Достаточно. В следующей серии будет следующая глава истории. Пойдем дальше. Будем знакомиться с новыми главными героями. Следующая глава будет называться «Атакованная банда ястреба». Это очень важно. Это очень важная такая глава в истории Берсерка. Так что, если вам интересна эта история, ждите следующей серии. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.